Ну, настоящая леди к нам пожаловала. Ева, боже, какое изящество! Чем ты любишь заниматься? Я люблю петь, танцевать, краситься и наряжаться. Даже кривляться перед зеркалом. А, это отличительная особенность леди, да? Я же девочка. А то я не вижу. Откуда ты к нам приехала? Я из Москвы. Давно живешь в Москве? Да 16 лет уже. Ну, ты уже одна съехала от родителей, да? Нет, они сидят в зале. А как их зовут? Представишь их? Тома и Армен. Тома и Армен, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас видеть. Мы тоже. Еще кто-то из родственников приехал или только они? Еще кто-то. Вот сзади сидят. Это тоже твои? Нет. Мои только спереди сидят. А, твои только спереди. А вот эта треть зала, похоже, их на егикянов, это... Все мои родные. А, все-таки, да? Ну, мои близкие. Тома, расскажите о Еве. Значит, ей 3 года, да? Да, Еве 3 года. Она очень такая развитая, я так понимаю, да? Да, мы с ней просто всегда общаемся наравне, не как с маленькой девочкой, поэтому она привыкла вести себя как взрослая. Угу. Всегда чувствует себя в своей тарелке в компании взрослых, поэтому душа компании. А расскажи, пожалуйста... Клянусь кровью. Чего? Это что такое, клянусь кровью? Да я пошутила. А, такая шутка. Пословица такая. 3-летней девочки, клянусь кровью. А у тебя же много крови намешано. У тебя и армянские, и грузинские корни, да? Наполовину грузинка, наполовину армянка. Понятно. Коктейльчик, дай боже. Угу. Ну, ты красивая, как армянка или как грузинка? Как грузинка. А умная, как армянка или как грузинка? Как грузинка. Все у моих бабушек и дедушек. Смотри, ты умная, как грузинка, красивая, как грузинка, да? И платье грузинское. Сейчас мы поссорим всю твою семью, если так будем продолжать. Конечно. Спорим? Да. Чувство юмора у тебя точно армянское. Нет, грузинское. Так, ладно, хорошо. Все. Сегодня кто-то получит, я чувствую. От армянских родственников.